Работники Мирнинского управления автодорог завтрашнего дня приступят к монтажу понтонной переправы через реку Малая Батуобая. Всего задействуют 6 единиц спецтехники. А пока к месту будущей переправы завезли конструкции. Сборка звеньев займет один день. По плану, коротким путем через реку горожанам и жителям Мирнинского района можно будет пользоваться с 9 июня. Подробности далее. Георгий Косовец на берегу Малой Батубы с раннего утра. Несколько часов он ожидает грузовой Урал. Только на нем автомобилисты могут перебраться на противоположный берег. Едем мы на соревнования в Якутск, на чемпионат республики по трофей-рейдам. Мы приехали раньше, в 7 утра. Думали, будет Урал, переехать на нем. Ну а в прошлом году мы также простояли 5 суток здесь. Однако вместо долгожданного Урала на берегу Малой Батубы появились конструкции будущего понтонного моста. Их завезли работники Мирнинского управления автодорог, чтобы смонтировать сезонную переправу. 8 июня автодорожники начнут соединять звенья понтона. Напомним, в прошлом году переправа была открыта 11 июня. В этом откроют чуть пораньше. Завтра непосредственно начнется монтаж и наводка понтонных звеньев. Надеемся, что в пятницу мы сдадим ГИМС и после подписания актов о приемке мы запустим эксплуатацию моста. Понтонную переправу через реку проложат за один день. 12 человек, 6 единиц спецтехники задействуют в его монтаже и установке. Уже 9 июня автодорожники обещают закончить монтаж понтона. Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».